Привет, друзья! Рад вас видеть на канале. И сегодня у нас с вами будет на обзоре одна просто классная игра. Веселая, динамичная. Здесь две комнаты. В первой комнате нам нужно будет покидать, вон в корзину всякий мусор, который мы здесь видим. Можно вот отсюда взять что-нибудь, кинуть туда. А, вон там двухочковый, трехочковый. Вот, а вторая комната, ее запущу чуть попозже. Очень интересно, динамично. Вы на меня посмотрите, поржете хотя бы. Ну что, поехали. Так, у нас пошло время. О. Двухочковый. А, не попал. О, попал. Так, а трехочковый? Трехочковый не вариант. И двухочковый. Так, давайте лучше пробовать. Ой, перелет. Попали. Так. Да что ж такое-то? Так, надо что-нибудь с полки. Шампуньку кинуть. О. Ох, как она застряла. О, попали. Все. Здесь мы закончили. Краски всякие интересные. Так, ну что, давайте запустим следующую комнату. Вот она. Очень даже интересно будет мне ее показать. А вы можете наблюдать за мной сейчас вот в правом нижнем углу, как я двигаюсь. Поржете надо мной хотя бы. Поехали. Так, а нам надо будет сейчас уворачиваться вот от препятствий. Ага. Оп. Так, и нам надо вот такую позу занять. Ох, прошли мы. Так, сюда. Так. Ах, не прошли. Всего 8. Мой рекорд 11. Можете повторить его. Если у вас получится. Я уже немножко в нее поиграл. Оп. Так. Присядем. Ох, сюда нам надо. Оп. Давайте вниз. Ах, нет, смотрите, я прошел. Сейчас сюда. Так. Так, уйди, уйди, уйди. Сюда. Сюда. Так, молоточки. О, пригнулись. Хоп. Сюда, сюда, сюда. Так, сейчас нам надо вниз. Ух, шары, 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 шары. Вот сюда. Блин, пила. Так, вроде прошли. А, не прошли. 26. Мой рекорд. Ну что, кто сможет побить его? Мне уже тяжело довольно. Так, давайте запустим еще разок, пройдем, попробуем. Конечно, я уже сомневаюсь, что я смогу его побить. Но вы настоятельно скачайте эту игру, повеселитесь просто от души. Поехали. Еще разок. Так, нам надо... Опа! Теперь так. Оп. Так. А. Так, встать нам надо. Ага. В окошечко. Еще раз в окошечко. Присели! Встали, перепрыгнули, присели, встали, хоп, ой-ой-ой, не прошел,
обманули меня. Изменил. Ну вот, ребята, вот такая вот замечательная игра с хорошей графикой, веселая, динамичная. Игра стоит вашего внимания, попробовать в нее поиграть. Эта игра не для лентяев, здесь нужно активно будет двигаться, сразу предупреждаю. Но игра классная. Ну а на этом наш выпуск закончен. Обязательно делитесь этим видео, показывайте его всем своим друзьям. Ставьте лайки, ну и обязательно подписывайтесь на канал. Ну а у нас на этом все. И так что до встречи, всем пока.